Уважаемые подписчики, сегодня с вами снова Яна, и мы находимся в магазине «Светофор». Это Шушары, школьная 169. Посмотрим, какие новиночки приехали сюда. Судя по количеству палет, много сегодня чего интересного. Посмотрим. Ну и спасибо большое всем, кто пишет отзывы под моими роликами. Выражаю вам особую благодарность. Вы очень нам помогаете. Не забывайте подписываться на мои группы в социальных сетях ВКонтакте, на Дзене, в Телеграме и на Рутюбе. Скамья со спинкой на металлокаркасе 1,2 метра ширина, 1844 рубля цена. Эти скамейки хорошо нам с вами знакомы. Приезжали они в прошлом году. Даже в собранном виде они были. И, кстати, их неплохо разбирали. Отзывы были следующие в прошлом году. Что немножко конструкция чуть-чуть шатается. Вроде бы ее нужно немножко укрепить. Если я не права, напишите, пожалуйста, отзывы. Но судя по тому, как их разбирали, все скамеечка все-таки достойна вашего внимания. Каждый раз приезжаю в магазин «Светофор», нахожу новую фигуру из полистоуна. Нигде мы с вами пока не видели вот такой симпатичной птички. Так что просматривайте эти фигурки. Каждый раз появляется что-то новенькое. 257 рублей стоит. В прошлом своем ролике показала вам и корневища растений. 109 рублей стоят они здесь в «Светофоре». Мне посыпались сразу комментарии, что надо скорее ехать покупать. Немножко совсем этих корневищных растений осталось. Подробно про них рассказывала в прошлом ролике. Не забудьте его посмотреть. Даже астильба еще есть в наличии. И хосты тоже. Очень много вот такой астильбы Vision and Pink. А вот фиолетовая в тот раз была. Что-то я ее найти никак не могу. Видимо, фиолетовая вызвала больше интерес. Сегодня я захвачу с собой побелку. Много отзывов, что побелка смывается быстро. Но для меня это, в принципе, не проблема. Самое главное, чтобы вот весной кроны деревьев были защищены. 1,4 килограмма, 58,91 цена за вот этот вес. Уважаемые садоводы постоянно подвозят для нас новинки. С вами бордоская смесь в пакете 300 грамм, 83,54. Это то средство, которое должно быть в аптечке каждого садовода. Защита от болезней для плодовых, ягодных, овощных и цветочных культур. От пятнистости, парши и фитофторозы. Здесь 300 грамм. На 15 литров воды вы разводите эту бордоскую смесь. 150 грамм один пакетик. Вот здесь конкретно нормы приготовления указаны. Кто пользовался вот таким шампунем, тоже напишите, пожалуйста. Молочные протеины Magic Day 1 литр 96,65. Давно я не была в магазине «Маяк». Надо бы мне на следующей неделе съездить туда. Там много тоже было вот похожей продукции. Хорошие отзывы были на вот эту гель-пену детскую «Принцесса» 650 мл 104,80. Уважаемые мамочки, для вас хорошая новинка. Показывала ее в прошлом ролике. Приехали подгузники «Хаггис». Цену обязательно укажу. Это размер пятерочка от 11 до 25 килограмм. Скажу, что в каждый светофор завозится немного этих подгузников. Так что поторопитесь, если они вам нужны. Здесь 42 штучки в одной упаковке. А сегодня я с собой обязательно заберу вот это средство от насекомых вредителей. Зеленое мыло. 1,5 литра с распылителем 106,43. Любители светофора помнят, что в предыдущие годы приезжала зеленое мыло в зеленой упаковке. В этом году немножко другое. Вот такое вот. И что хочу сказать, это обязательное средство в аптечке садовода. Почему? Я его, например, использую для борьбы с тлей на смородине и на розах, конечно. А также у меня много дома цитрусовых растений. И зеленое мыло также помогает хорошо от паутинного клеща. В общем, куча ему применений можно найти. Как раз вот здесь написано: тли, трипсы, слюнявка, пенница, цикадки, уховертки, щитовидка, паутины, клещи, клопы, мучнистая роса, пятнистая ржавчина. И все-таки зеленое мыло, оно более экологичное средство, чем более такие другие ядреные, скажем так, средства. Поэтому я даже вот для комнатных растений его использую. Сегодня обязательно возьму. Производит вот это именно зеленое мыло, 1,5 литра, город Новосибирск. Бочки 54 литра, пищевая с винтовой крышкой, доп-клапаном, 839 рублей, буквально две штучки. Вот здесь я вижу этих бочек, популярные.
позиция, хорошо их разбирают. Сегодня много интересных новинок. Зонт, суперавтомат, Raindrops, он называется, 377,47 цена. И парочку зонтов мы здесь разложили с работниками магазина. Вот так они выглядят. Есть очень нежные расцветки. За такую цену грех не взять. Зонты идут полуавтомат, по качеству средние. Расцветок очень много. Есть вот такие нежные. Мне вот этот зонтик очень понравился. Весенний, красивый. Кинуть в машину, например, 377 рублей. В городе Санкт-Петербурге зонтик надо иметь и в машине, и в сумке, и с детьми тоже. Вот, так что приезжайте. 377 рублей стоит зонтик полуавтомат. Вот, например, есть вполне себе даже, можно сказать, детская расцветка с симпатичными котиками. Нежная, ко всему подойдет. Очень аккуратная ручка у зонтика. И здесь, собственно, одна кнопочка и веревочка. Все стандартно. 377 рублей. Еще раз покажу, что в этом светофоре есть кресло-груша. Отдельный под него палет выделили. 2,2 килограмма, 1,25 м на 90 в разных расцветках. На любой вкус, скажем так, 1137 рублей цена. Меня, кстати, спрашивали, есть ли в этом магазине комод ЛДСП, 4 ящика, белый. 3025,93 рублей. Он здесь есть. Система очистки воды Модерн. Ресурс 4 литра с краном. 814,56 цена. Успела вам эту систему показать в коммунаре. Удаляет хлор, фенол, тяжелые металлы и пестициды из питьевой воды. Выглядит действительно очень современно в виде такой колбы яйца. Ну а в этом светофоре есть еще комплект модулей сменных фильтрующих. Две штучки здесь, 521,22 рубля. Также удаляют хлор, фенол, тяжелые металлы, пестициды из питьевой воды. Кстати, это наш питерский производитель, компания Аквафор. Так скажем, поддержим российского известного производителя. Здесь вот как раз указано на 1000 литров не менее 1 года срок, ресурс этих сменных модулей. Ну и менее затратный вариант — это фильтр кувшин для воды, тоже Aquaphor Line, 2,8 литра, 248,12. Я знаю, многие пользуются именно вот такими фильтрами. К ним можно купить недорогие комплекты сменных фильтров, две штучки, 201 рубль, кому что больше нравится. В коммунаре мы с вами успели посмотреть на вот этот гель для душа смягчающий, тоже вот смотрите, палет стоит, 385 миллилитров. Здесь это продукция компании Unilever, крупные холдинг, скажем так. 100 рецептов красоты с ароматом кофе. Хочу передать привет своей подписчице, которая работает на фабрике вот этой вот при Осколье. В своем предыдущем ролике позволила себе сказать, что мне кажется, производители вот куриных изделий, да, изделий из курицы, они накачивают все-таки свою курицу карагенанами для увеличения большего веса. И моя подписчица, которая работает конкретно на вот этой фабрике, сказала: ничего подобного. Производитель очень честный, и все у него правильно, хорошо, и в общем можно спокойно брать их продукцию. Поверим нашей подписчице, раз она там работает. Кстати, напишите, какую курицу, да, какой марки вы покупаете. 145 рублей за килограмм набор для чихахбили в лотке. Картофель для жарки 1 килограмм, 102,45, его тоже всегда быстро разбирают. Свежая поставка пикши без головы, замороженная. Приехала она буквально сегодня, ее уже расфасовали, 224 рубля за килограмм. Еще раз покажу корм полнорационный Мираторг, 470 рублей за 22 упаковочки, между прочим, вы платите. То есть нужно купить целую упаковку. В магазине в коммунаре там идет вкус курица в соусе, а в этом светофоре говядина в соусе. Баночка продолжает радовать нас своим ассортиментом. То соус томатный, кубаночка в стеклянной банке 500 грамм, 65,41 цена. Вся продукция кубаночки, которую пробовали мои подписчики в предыдущие разы, была очень-очень вкусной. Наверняка это тоже будет достойная продукция. Состав: томатная паста, вода, сахар, регулятор кислотности, уксус, соль, стабилизатор консистенции есть крахмал картофельный, перец душистый,
корица и перец красный горький. Производит эту продукцию город Краснодар. Надо брать. Сейчас в ассортименте есть еще вот такие томаты в томатном соке от Кубаночки. 720 грамм, 83,45. Ветчина из свинины особая. 340 грамм в банке. Балтийский МКК 93,50. Читаем состав. Свинина на первом месте, крахмал картофельный, смесь посолочная, фиксатор окраски, сахарный песок, стабилизатор цвета, желатин и так далее. Город Санкт-Петербург производит эту ветчину. Появилась новая говядина, тушеная высшего сорта. Здесь в одной баночке 338 грамм, смотрим состав. Говядина, жир говяжий, лук, соль, лист лавровый, перец черный, возможно наличие в незначительном количестве, яичного порошка, сухого молока, горчицы, сои, злаков и так далее. Срок годности 3 года, смотрим. Срок выпуска свеженький. Производит город Москва. В прошлый раз показала вам вот этот удивительный продукт. Квасное сусло 500 литров, 45 рублей 41 копеечка. Здесь подробный рецепт, как из него готовить квас. И мне поступили уже отзывы, пишут, что вкусный квас из квасного сусла получается. Напишите и вы свой отзыв, пожалуйста. Грибное ассорти, маринованное в стеклянной банке. 630 мл, мои продукты 118,94 цена. Этого ассорти сделано в России. Кто тоже пробовал, пишите. Хочу сказать, что квас-то потихоньку разбирают. Привезли его на прошлой неделе буквально 3,5 литра 104,56. Не рекламирую алкогольную продукцию, только делаю ее обзор. Не смогла пройти мимо этого вина Лавродейра. Белое, полусухое, 750 миллилитров, 308,85 цена. Почему не смогла пройти? Посмотрите, какая упаковка. Производство Португалия. Редко в наших магазинах встречается вино вот в такой упаковке. Год урожая здесь 21 год. Вино из винограда сортов Аринту и Ларейро. Антиокислитель, диоксид серы здесь внутри. И производитель действительно Португалия. Конфеты неглазированная желейная долька 1,3 килограмма. Сергиево Посадская кондитерская фабрика 242 рубля. Завозят сейчас вот такие конфеты глазированные, кокосовые. Полкило здесь 113,61 цена. Что мне написала одна подписчица, эти кокосовые конфетки вкусные, но на ее вкус приторно-сладкие. Вот что вы об этом думаете? Ну а эти шоколадки детские истории достаточно быстро разбирают. Молочный шоколад с молочной начинкой 158,10 цена. Здесь всего 8 порций. Зашла сразу в холодильник. Зелень ассорти здесь в наличии 38,94. Хорошая цена. И зелень мне очень понравилась. В этом наборе получается лук, петрушка, укроп. Очень ароматный укроп. Подвезли еще вот такой творог без заменителя молочного жира. Рус молоко 800 грамм. 154,88 цена. Мясо сегодня также в наличии. По цене, внимание, 199 рублей за килограмм. На прошлой неделе мясо было 189 рублей. Вот так меняется цена. Но это тоже очень хороший ценник. Чем хорошо, в этом магазине вам могут отрубить именно тот кусочек, который вам нужен. Китай-филе кусок шхуна холодного копчения 150 грамм 182,90. Шхуна — это одна из марок известного белорусского производителя Санта Бремор. И все мы знаем хорошо селедку от шхуны. Она пользуется популярностью. Филе сельди 500 грамм 121,76. И вот еще пока не видела нигде, кальмар филе кусочки холодного копчения в вакуумной упаковке 200 грамм 152,81. Филе салаки по-скандинавски в маринаде 170 грамм 89,68. Кто попробовал, нам, пожалуйста, напишите. Мясной продукции много завозят. Светофоры, вот, например, бекон свиной традиционный, фабрика «Кухня Ладога». 368 рублей. Новые сосиски баварские с сыром, категория Б. 1 килограмм, Светловский МК 168,60. Производят эту продукцию Светловский комбинат мясопродуктов. Это Калининградская область, город Светлый. Новый йогурт Данон доступный. Он называется со вкусом клубники. 290 грамм. Здесь большая порция. Это Данон, и производит свою продукцию Данон в Кемеровской области.
под этой маркой. Срок годности посмотрим. Здесь, в принципе, от 29.03, свежий совсем, до 08.05. Расскажите мне про вот этот продукт, пожалуйста, ребра свиные рубленые от компании Ини, категории Г, 212.40. Почему прошу? Потому что очень часто вижу, как потребители подходят к этим ребрам и берут их. Что вы с этими ребрами готовите? Может быть, солянка или как-то картошку тушите, потому что популярный продукт. Новые макаронные изделия, спагетти, категория А, 900 грамм, здесь 47.57, и компания-производитель Байсад, известный производитель, под брендом Кисловодский. Количество белков в этих макаронных изделиях 10.5 грамм. Мы с вами уже выясняли, что при таком показателе неплохие макаронные изделия, но лучше бы было 12 грамм. То есть, если 12 грамм видите, то можно спокойно брать. И всех поздравляю, конечно, с надвигающейся Пасхой. 16 апреля она будет. Вино пасхальное, красное, полусладкое. 700 миллилитров, 188,80 цена. Ну, а на этом, уважаемые подписчики, я хочу закончить свой обзор. Просматривайте ассортимент Светофора. Здесь всегда можно что-то интересное найти. Ну, а я не забывайте подписаться на мои группы в социальных сетях. ВКонтакте, на Дзене, в Телеграме. Я наблюдаю за вами. До свидания, до новых встреч, до новых обзоров. Пока-пока.